Сборная Казахстана по хоккею завершила свое выступление на чемпионате мира. В заключительном матче группового этапа подопечные Юрия Михайлиса встречались с Италией. По регламенту команда, которая занимает последнее место в группе, выбывает из топ-дивизиона. Поэтому Казахстану нужно было выигрывать у соперника. Нас устраивала любая победа, даже не в основное время. Но наши хоккеисты не стали откладывать дело в долгий ящик и одержали уверенную победу со счетом 5-2. Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Наши получили большинство, и Кёртис Волк вывел свою команду вперед. Но спустя 4 минуты итальянцы восстановили равновесие. Тем не менее, Казахстан в стартовом отрезке забил второй гол. На этот раз отличился Валерий Орехов. Во втором периоде Алихан Асетов увеличил разрыв. Не прошло и минуты, как соперник сократил отставание. Со счетом 3-2 команды отправились на перерыв. В заключительной 20 минутке наши забросили еще две шайбы. Сначала усилиями Романа Старченко использовали численное преимущество. Окончательный счет на табло установил Никита Михайлис. Хорошая игра. Самое главное, что ребята справились с эмоциями, отдохнули хорошо и были готовы играть. Мы сегодня полностью контролировали игру. Хорошее было взаимодействие между партнерами. И хорошие голы, красивые голы. В обороне надежно сыграли. Да? Были небольшие ошибки, но команда друг друга поддерживала и выручала партнеров. Неплохая игра, в принципе. Начали хорошо. Реализовали большинство. Играли в свою игру, забили 5 голов, довели игру до победы. Не принимавший участие в первых 4 встречах Даррен Диц отыграл на чемпионате мира 3 матча и отдал 2 голевые передачи. Я получил травму в последней игре в плей-офф КХЛ. И вот приехал и восстановился, работал с врачами. Они меня научили, вылечили. И вот с удовольствием вышел, играл. Дебютировал на взрослом чемпионате мира Адиль Бекетаев, причем сразу в элитном дивизионе. Мне понравилось. Я старался, выкладывался. Было немного сложновато, особенно первый матч, когда там скорости бешеные. В сезоне такого у нас не было, чемпионат Казахстана. Там, когда единственный матч КХЛ сыграл, там, я бы тоже не сказал бы, что настолько бегут, как здесь, эти европейские команды. Вот. Пошел, тренеру доверяли, играл. Получал удовольствие, старался не подводить команду и укладываться на максимум. Сборная Казахстана, заняв предпоследнее место в группе, сохранила прописку в топ-дивизионе. Но болельщики ждали от команды большего. Сравнивали с результатом прошлогоднего чемпионата. На самом деле мы играем второй год подряд только в элите. И каких-то питать иллюзий, то, что мы в том году выиграли. Но прошлый год был там, можно сказать, карантинный. Команды были другие. Сейчас уровень чемпионата даже выше, чем на Олимпиаде. Так что, я говорю, нам надо поиграть 3-5-7 лет в элитном дивизионе, чтобы ставить задачу попадать в плей-офф. Мы, посмотрите, за последние сколько? Когда мы последний раз 2 раза играли в элите? Лет 17-18 назад. А сейчас вы хотите, чтобы мы со второго года сразу попадали в плей-офф? Такого не бывает. Надо реально смотреть на вещи. Мы старт чемпионата провалили. Может быть, не хватило нам маленькой игры, сыгранности, там, в игровой ритм войти. Далее с каждой игрой играли лучше, становились лучше. Здесь все решают мелочи. Где-то дисциплина хромает, где-то удаление, где-то вывод шайбы. Все помаленьку накапливается, это опыт. Это самый лучший опыт. Я думаю, дальше принесет он нам результат. Турлужан Айтенов специально для телеканала «Казспорт» из Хельсинки, Финляндия.